Уралочка НТМК завоевала в Калининграде 4 победы. Там прошел предварительный этап Кубка России по волейболу. Подопечные Николая Карполя добились максимального результата, одержав победы во всех матчах турнира. По итогам двух туров предварительного раунда наша команда заняла второе место в своей группе, уступив первую строчку калининградскому «Локомотиву» по дополнительным показателям – личным встречам. Количество очков уральская и прибалтийская команды набрали одинаковые – по 20. Дальше уралочку ждет борьба в полуфинальной стадии.